Настроение каково? Вот. Смешно. Это с подковыркой вопрос. Такой вот КВН. Привет, это бэк с четверти финала Лиги КВН Политеха. Новые команды, члены жюри, новый ведущий. Мне уже не терпится узнать, какие из команд пройдут в полуфинал. Поэтому погнали, узнаем вместе. Скажи, что для тебя КВН? Жизнь. Да вырастешь, куда поступать пойдешь? В политех? Не знаю, может, найду какой-нибудь получше. Чем удивлять нас будешь сегодня? Шутками. Смешными шутками. Пошути. Как найти спонсора? Кто такой спонсор? Мы втихаря пробрались на сцену, мы под прикрытием. Мальчик! Что ты здесь делаешь? Ну, я вообще выступаю. Нравится здесь? Нравится. Мама заставила? Да. Как настроение? Отличное. От кого ты его берешь? Оно всегда у меня с собой. Где? Внутри. Пришли поболеть за кого-нибудь сегодня? Нет, я сегодня помогаю. Вас заставили? Силой. Кто? Команда КВН без баб. Без мужиков. Без баб. Это я сижу без баб. А еще у меня машину эвакуировали. Сволочи. Как тебе сегодняшняя игра? Бомба, супер, пушка. Как вам больше нравится быть в КВН, в роли ведущего или участника? О, я в КВН очень давно, поэтому я был там и в роли участника, и в роли ведущего. Yeah. А как тебе поддержка зала сегодня? Супер вообще, зал огонь, спасибо им, отдельные аплодисменты. Можно было судить сегодня? Да, да, было сложно, все остальные ставят 5, и я такой, ну все-таки, ну... Я взял удар на себя, если что, пишите мне на Спрашивай.ру, гадости всякие я приму. Невероятно, но факт, четвертьфинала Лиги КВН Политеха пролетела. Тело так же быстро и красочно, как и я слетела со стипендии после первой сессии. А мы с вами увидимся в полуфинале. Всем пока!